пришел на видео вчера. Я так увлечен смотря здесь постоянно музыка. Вон это шнур девочки. Вот это динозавр. Я хотел с ним познакомиться, но нет. Я побоялся. Потом я нашел качелю. Лег на качелю отдохнуть. Ой. Вот девочки катаются. Скажите, был ли у вас опыт ранее катания на вот таком себе и худом? Три, два, один, поехали! Это мисс Николь. Вот так вот мисс Николь преодолевает все препятствия, поворачивает еще чуть-чуть больше скорости. Давай, второй круг, не на финишную прямую. И welcome, быстрее, 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 быстрее! Догоняю своего ютубера. Это он, я хотел так увидеть фокусы. Magic Five. Он показывает всякие фокусы такое. Я сфоткался с ним. Я сфоткался с мисс Николь. С Барвиной. Короче, мне понравилось. Magic Five фоткается еще с девочками. Да. Тут такой есть типа клуб, можно отдохнуть. Молодец. Здесь фоткается. Но здесь вы все увидите. Смешно рассказывать. Вот это для фотки сделано. Это на обложку журнала. Топ-10. Ну, короче, что-то такое. Вот это сейчас побежит в очереди. Это все. Тут сцена, которая постоянно там идет музыка. Это танцуют девочки. Ну короче, мне понравилось. Музыка.